Не подходи, или я прыгну. Не подходи, сука. Это знаешь, он, короче, вышел за магазином, надо в магазин, но... Жизы. Смотри, побежал, забывал за хлебом сходить. Во, пошла запись. Короче, ребят, тут такой прикол, мы играем с Колей в Dying Light. Мы прошли немножко, там, полутались, все дела. Сказали насчет арка, то что в арк пойдем, может быть, на Genesis Part 2, пока что у нас арка не будет, вот Dying Light. Короче, запись пошла по жопе из-за того, что резко выключилась игра, поэтому уж извините. Вот. Там особо ничего упущено, сильно-то и не было. Ну да. Еще мне закидали просто. А, что с тебя взять? Как обычно, да. Не меняешься, не растешь на себе. Давай, короче, берем, врываемся. Смотри, я делаю вот так вот. Ой. И побежали. Чисто хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А как мне, кстати, кинуть этот сюрик? На колесико. На колесико? У меня на колесико ультрафиолет. Потому что поменять надо, взять вместо фиолета. Опа. Что ты их пугаешь? Лампочкой, это не такой. А как поменять? Это уже я. На цифрке. А-а-а. Понял. Ну давай с сюриком. Он сюрикен, это? Очень долго сюрикен, да ты чё? Короче, начали драться с этими бандитами за аирдроп. Прям как в пабге. Да ё-моё, ну нельзя с них с ноги улетать, я уж понял. Ой, не той, не то. Я не хотел стрелять. Ты чё, офигел что ли? Ну давай, давай, where are you going, давай. Сюда, сюда. Моржи сюда. Ага. Он в кусты убежал куда-то. И ты просто бежишь на него, он падает и все. Бум, топор пролетел. Сейчас я отыграю собаки с ракезами. Я вам тут устрою тир на ваншот просто. Да не рофлит что ли? О, попал. Так, назад. Да пошел ты в жопу, сделал мне жени. Догнал все-таки. Они стоят и ждут достойно. Ну их вообще трое. Тут у них вообще башка непробиваемая. Да он терминатор, что-то. Его бей, не бей ему. Так, я устал. А, так я вспомнил, я могу уворачиваться, даже когда устал. Да я ж увернулся. Тихо, промахнулся. Ты, на, ты опять на крышу убежал? Да, отхилец. Бум, бестамин. Чтоб тебе. Все догоняет. Геймплей, блин. Да я твою налево, все сломалось. Конечно. Да чтоб тебя. Руза, как зомбаки сюда попадают? Схватил. Падло. Я, кстати, думал насчет русской озвучки, но... Мне кажется, она убогая. Ее тут можно сделать вообще.
Ну, я что-то смотрел, как в Яндексе будет. Можно поставить, чтоб русский был, но он будет без эмоций. Воу-воу-воу-воу-воу, это что за Гарри Смут начался? У меня какой-то... Я же даже пропустил, ты понял. Ты бы видел, как у меня сейчас челик лагает. Бывает. Он реально как модель, как Гарри Смут. Че ты ему шептал? Кажись, однозначно. Да просто бошку вынес ему. О, труба. Инвентарь заполнен, жаль. Почему труба? Бля, дурак. О, аптечка. О. Где там его ключик? Нет, дай мне ключик интересный. Так, и чё в аирдропе этом? Нихрен его знает. Ты забрал? А, да вот ты его открываешь. Полный комплект. Да. О, алкашка. Так, у меня не вопрос, где трупак третьего? Я не понял. Мы же троих убили. Куда делся третий? Интересно. Упал, короче, третий, да. Ну все, пошли дальше. Пошли ко второму. Здрасте. Их топили. Хоба, с нее вытекает кровь, а я чисто вымню. Ой, ты в жопу. Козел. Так, это что там синим вот на радаре? Синим? Это кто-то помощь просит. Поможем, может? А, нет, стоп. Не всегда помощь. Это кто-то что-то придумал. Это кто-то бабки решил отдать. Не отдать, а забрать. Молоток отдает. Одно хп. Поменяйте. И чё ему дать? А, я ему могу продать. Я ножик хочу купить. Блин, нет, нет. Сейчас продадим что-нибудь. Чтобы что-нибудь купить, надо что-нибудь продать. Трубный ключ. Качество рыжи типа круче, что ли? Типа того, да. Ну ты смотри, там ниже эти написано. Как его характеристики. Поэтому не всегда. Делаем еще шокер из короткого. Сразу я буду те, которые с шокером бегают. Труба. Вот там. Прикольно. Когда именно ножики не особо люблю в этой игре, потому что они, я не понимаю. Так, погоди, я сейчас ему отдам одну трубу. Давай быстрее же, там делишься. Так, и себе сделаю эту. Какой ты себе ночной клуб сделал? Так, инвентарь, ночной клуб. Ты трубу сделался. Я знаю. Так, только надо тогда вот эту водяную... Смотри, бросить.
дерево урона. Ну, смотри, написано урон, там чем больше, тем лучше, соответственно. О, ночной клуб сделает, забираю, во. Все, вот это теперь у меня есть. Ничего себе штука. Ладно, так, ты там где, за тобой пойдем? Так, выше дома твоего. Ну, вообще, как бы нам дальше надо? Так, вот, так, так, подожди, тут надо залутаться, тут есть ящичек у нас. И корзинка. Все, красавчик, вообще жиропасина, вообще жирничек. Смотри, как жирная жопа сегодня. Я думал, там крыша не дырявая, я бы так дальше проскочил. Чисто как сюгоки упал. Кстати, говоря про сюгоки, товарищи, то бишь зрители, все, Аня стримит For Honor 1 без меня. Я больше в это не ногой. Все потому, что разработчики нагло врут, что они фиксят баги, но вот и баги длятся месяцами, и они их не фиксят. У меня уже который... уже 2 месяца я не получаю награды, ни опыт, ничего вообще, я просто так играю. Да, только эту игру я, в эту игру я закинул много денег, так довольно, и возвращаться туда не хочется. На одном сайте они сказали, что они пофиксили на официальном, а в Change.org после обновы, вот сейчас вышло глобально, они по факту ничего не меняли. То есть этот баг так и остался, и он реально у меня остался. Я до сих пор не получаю награды. Поэтому, да, да, теперь будешь сюгокой один. Так, побежали дальше. Ну я прибежал, где ты, вопрос? Ща иду. Там так, а чё, мы ночью будем выполнять? А, ну по сюжету не выполняется. Да ё-моё. Я сотрю секунд, господи. Да не секунд, просто если сказали, что ночью там жопа будет, то я там придерживаюсь. Так весело же будет, да шо. Ну, всякое веселее, чем будем шляться. Что-то холодильник не открыл. В сети так много дропа валяется, что я даже холодильник не открыл. Вот. Ну, алкашка целый наш. Так, ну чё? Оба, чтоб ноги не сунуть, я как-то так. Так, он где-то был? Где-то, он был где-то. Но он тут должен быть, даже. Так, чё у нас тут? Какой-то шкафчик. С мобилкой лежит, чисто. Что должно быть в шкафу? Мобила и алкашка. У меня другое. И шо у тебя? Ну, всякие гвозди были. Не, у меня тогда лучше. У меня мобила и алкашка. Да где ящик этот занят? Как оно мне дорого, где этот ящик? На нем, да, и орлиное зрение там врубай чисто. Где? Я не вижу, я слепой. Где? Блин, я забыл. А, вот на это орлиное зрение. Так, тут у нас что? Тут можно заюзать этот. Бум-бум. Хочешь юзать? Только не бей его руками, потому что... Взорвется. Так, я думаю, сейчас мне в лицо пролетит, это так реалистично было. Особо, ой, тихо, зачем обосрался. Да я что-то тоже подумал, вообще, как взорву тебя нафиг, там случайно. Я ж пошутить хотел, а получится... А прикол я подбил. А давай проверим, кстати. Не надо. Ну чё-то, резнуть-то тебя ж можно будет. Так, а реально, где тут этот аирдроп? Дроп этот должен быть где-то внизу. Вот где-то там. Где-то я, кажется, даже понял, где уже.
поездик, туфли всякие. По факту же должен быть тут где-то. Вот тут ни единицы. Ну, два дебила не можем найти, значит я проходил игру, я не помню, где этот ящик может лежать, дальше что дальше. Я нашел. Да ты шо? Хотя и шо ты так? Вокруг него хочешь сказать? Я возле него. А, не вокруг него. Значит, там у тебя еще один любитель маленьких тонилочков. Ой, ладно, фигня, вот этот хочу. Ну, хоть ты уже шоковую терапию не сделал, электрофорез там, а чего не достаточно. Вот это меня не нашли. Ну чё, поехали. Поехали. Пол ящика. Наберем чисто все. Crane here. I'm about to recover an antizin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Ryze. Listen closely. It's very possible that Ryze is our man. So if you find an airdrop containing antizin, destroy it. What? What? Why? It will force interaction with Ryze. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. Ну, можно было бы и не ломать, можно было бы спрятать. Так, чисто. Новые баночки себе недостаточно. Баночки замылены, кстати. Да что ты хотел, господи? Никакой рекламы. Не, ну, блин, одну баночку-то себе можно же было оставить какой-то. Джейд, I'm at the airdrop. There's no antis in here. Еще вопрос. Пластиковый ящик так прям прогорит, вот сколько он там горит. А, то есть получается он нагло кинул антизин, да? Он его даже не взял, я уверен, что он уместил бы баночек так 10. О, вот про вот этих челиков я теряю. Ля, какой красавчик. Все, пошли. Куда, куда, куда? Надо ультрафиолет. Не надо тебе ультрафиолет, тебе надо выключить лампочку и без лампочки спокойненько идти. По стелсу, скройся в ночи и все. Ты же ниндзя, ты же шиноби. Ну окей, рано, я могу, а ты... Все, меня они уже потеряли. Ля, стрём. Если они еще за тобой гоняются, то ты тогда вообще еще больше опыта получишь. Ничего не вижу. Помогите. Ля, стрёмно. Лучше какой-нибудь хоррор. Просто лайк этой игрухи. Я не понимаю, куда падать. Вот тоже в первый раз так же. Пипец, стрёмно. Ой, ё-моё. Тихо, нет. Я еще умудряюсь лутаться, верить, вот это я мастер. Оля, сок, я помню, это как дайнайт, господи. Так, все, я смотался домой. Чё, ты чё, уже до дома добежал, что ли? Да. Ты, блин, неинтересный ты какой-то. Обосрался просто. Нехило так. А их ультрафиолетом, если сжечь, лучше будет? Ну, они типа отстанут от тебя. Но, о, видишь, у тебя подсказка вылезла про его ночь. Угу. Ну, читай, понял?
Поэтому я бы на твоем месте пошлялся бы, поутался бы ночью. Типа, кайфизаться. Вот как я сейчас. Я тебе верю, я сейчас бегаю к вам всякий собираю. Без лампочки, без ничего. Ну что, лампочка тебе падает. И у тебя на Кью есть вот это вот как Far Cry. И с помощью нее этих конкретно челиков видно, где они ходят, куда они смотрят, и вообще их на карте, конечно, видно. Ну, вот достаточно. Так, восстановление здоровья. Так, ваша... Их, Данюк, мог бы назвать в видос, там, бегаем ночью, да? Или как-то типа такого, да? А так вообще не получится. Контент ты весь прошляпнулся. Да я пришел на базу просто. Я думал, мы бежим вместе туда. Да нет, конечно. Но как ты втопил, я бы так не стал делать. Я так никогда не стал бы делать. Втопил. Осторожно так. Так, а это куда я пришел? Безопасную зону, что ли? Или мне кажется? А, не, походу, в натуре нашел безопасную зону, бля. Да ты шо? Ой, не-не-не, тихо. Данёк, я нашел в натуре безопасную зону, ты прикинь. Которую я надо чистить. Ну, починить, по крайней мере. Так, вот это подвезет. Наверх, на самый. Я вот обожаю здесь лазать по вышкам этим электрическим. Это закатно. И прикольно то, что тут коврики расписные на них лежат. Кто-то уже об этом позаботился. Так. Еще выше надо. Надо еще выше каким-то образом. Ну я втопился визгом, не спорю. И вообще там, блин, завизжал, как я не знаю. Стыдно должно быть, Данечка. Да, чё стыдно, страшно. В арке, при арке такой хрени не было. Да, тебе ж не всю жизнь с арком сравнивать-то. Ай, какой вид охеренный отсюда вообще. Ты чё, на вышку залез? Да, чувак, я же ниндзя, я же шиноби. Я свет пошёл включать. Ну ты можешь ко мне прибежать чуть. Это не сложно, не переживай. Ты уже там 19 этаж, ты не понимаешь. Так, подожди, а дальше? А, дальше вот так вот. Я тебе говорю, тебе там так или иначе придется хоть раз на вышку залезть. Но я тебе хочу сказать, то, на которое ты обязательно залазить будешь, это просто ты обоссышься, пока лезть туда будет. Оно просто вот где, в какой на стороне. А, ой, ее видно отсюда, она огромная просто вот сама по себе. И это не это именно электронная вышка связи, вот эта вот металлическая. Тут там такой паркур, там такое вообще. Что, это поехал. Ну так я включил электричество и чё? Еще его так внизу. Я на самом верху шу. А на самом верху тьма. Тебе скриншот сделать, что я а сейчас... А чё у меня тоже сейчас так темно стало? Подожди, что? У меня тоже темно. Офигеть, тьма. А сейчас нормально? Да, дождь пошел, более-менее стало. Тебе скинуть просто, что я сейчас вижу. Да что там скидывать? Не прыгнул только вниз сейчас пока. Офигеть, ни пороха не вижу. Вот была б тут гамма, как в арке. Вот чисто себя чувствую новичком в арке, ничего не вижу. Ладно, я тебе потом не скину. Ай-яй-яй. И как мне вниз? Даже могу прыгнуть вниз, но ладно, чисто. Я же вижу мусорник отсюда. От
ты где? Ты на гору залез? Чувак, я залез на вышку вообще. Ну ты бы если пошел бы ко мне. О, да, вот ты же пришел ко мне, что ли? Ага. Видишь вот эту вышку железную? Я на самом верху, где я. О, тут уже ярче стало. Так, кстати. О, блядь, ё, страшно. Ёбаный носой. Простите, это высококультурный канал, конечно, но я по-другому выразиться сейчас не мог. Что-то с высококультурный канал, да. Контент не для детей, блин. Нравственный, да. Ты залезь сюда, тут этот. Там флажок, там дадут что-то за флажок. Лезу, лезу. Надо только понять. Коробка. Даже ударяя во время снижения можно сломать ноги игрока. Отлично. Так, это что у нас? Пытаюсь понять. Я хотел прыгнуть там на какую-то хрень, ярче стало, я увидел, что это нифига не гора. А лестница перекрыта, я правильно понял, да? А с другой? Да, в нее можно в теории прыгнуть, но это надо бы я вообще кончил. Я промахнусь, если прыгну. Ну ты залезь сначала, я тебе потом покажу. Так, о, залез еще выше. Что там, привет землянам, нафиг. Так. А, да, тут жить можно. Так, теперь тут, я как понимаю. Чё? Блин, что-то ты не додумался спросить, а что надо сделать, может быть. Я бы тебе сказал, что там внизу надо включить свет. Здесь надо спуститься, короче. Ты рофлишь? Не-не, ты залазь, ты залазь. Ой. Влазь, ты еще даже на середине. Да нет. Одну хп осталось, а ты куда упал вообще? Одну хп осталось, Даня навернулся, называется. Пипец. Вот жесть. Да. Ты там дальше осторожно, не спеши, бо тут, я так понял, с твоими навыками паркура там разбиться на раз-два можно. Ну да, о. Какие тут навыки паркура-то. Ну, кстати, даже отсюда вижу, как там зомбак ползает. Включите электричество. Да я сейчас спущусь, ты не переживай. Ты залезь только до меня, я хочу, чтобы ты вот постоял здесь со мной. Просто понаблюдал. Наблюдал, как будет выглядеть, и представил, как будет выглядеть вторая часть Dying Light. Она же выйдет, я ж не верю, что он ее забросил. Ну, да и рано еще верю. Даже задумываться о таком. Всего лишь обещали в 2020 году, а в итоге не сделали ее еще пока что. Но это из-за ковида. Обещали же, они ее летом еще аж обещали, но летом карантин же не случился еще. Вот. Но потом они ее перенесли. Перенесут еще вроде как киберпанк. Вот. Но я верю, что эта штука сделает нормально. О, давай, короче, ползи. Что тебе? Давай. Вот здесь вот самый ответственный момент практически. Теперь, Даня, это как в кино. Не подходи, или я прыгну. Не подходи, сука. Ты чё, реально попал в этот пакет? Да. А как в него попасть-то? Ну просто упади на него жопой. Ладно, я постараюсь. Я в него попал уже, алё.
Я ж в него попал, нет? Хреновый из тебя шиноби в натуре. Так я ж прям на него сел. Не, ну это был прикольный прыжочек, Вера, сейчас ничего не скажет. А, вот я вспомнил, почему я здесь свет не включил, потому что здесь этот вот хрен с дубиной вверх. Ну давай, я его отвлеку. Ты где? О, этот же... Ой, чё так резко встал? Да, где включать-то? Подожди. Вот здесь. Ах ты ж. Какую-то зону у деда. Ты его чё несёт-то так? Вообще больной как. Ай, спасибо. Наказан. Именно так и выглядел каменщик, который работал 3 дня на заводе. Без передыха. Его арматуру, кстати, можно подобрать и самому с ней бегать. Я знаю, но зачем, она ж тяжелая. Ну, как хочешь. Так, что тут больше нет? Так, ну, собственно, вот, да. Я башенку нам сделал. А теперь пошли, познакомься. Аля, еще в эту сторону прыгнуть можно было, да ты ж. Ну и что у нас там дальше? Так, а дальше нам надо вернуться туда и домой вообще, как бы, да? Я ж домой не побежал, как нормальный паркурист, как исследователь, как ниндзя, да? А ты, секунду, допил сразу дом. А нам надо вернуться туда. Ты сам сказал, надо бежать. А я чё, я ж новенький. О, это откусанный грудак, охренеть. Жестко. Ух ты. Откусано прям, охренеть. Побежали. Зато у меня уровень навыков повыше. Да ё-моё. Наверное. Потом да. Миссию едет закругляться. Да не, ну еще пару минут. Да, ножик прям покоцался вообще. Ничего не вижу. Включаем лампочку и видео. Так, взять аптечку, отмычку. Вот уже ключ брать не буду. Тут уже такой самый момент, когда ключ бесполезен. Во как. Так, французский нож, простой, короткий, это труба, опять. О, у меня есть простой, короткий нож. А, нет, это не у меня есть. У него купить можно. Да, Таня, это не у тебя. У тебя это нет. Ну, бывает. A special deal for you. Special deal for you. For you. For you. Ну да, я. When would they let us out? Поехали. Чисто дверь так открыл. Вот хотя бы на какой-нибудь заставке надо сделать скрин для превьюшки, блин. А то лазишь по просторам и одни картинки фиговые все. Знаешь как, ты короче сделай скрин на превьюшку там, где я на краю стою вот этой жопы. А в начале видоса вырежи этот момент, да, до момента, когда я прыгаю. Вот. И потом, ну ты понял, как что я хочу вообще, чтобы ты...
Ну так вот сделай, ну типа перед тем. Окей. Брекен, come on. I mean, we need Antizen. I know, but buying from Ryze? You can't be serious. For God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. We didn't discuss it. You just decided that I'll go. Are you serious? Well, this Ryze guy has never seen my face before. Clean slate, right? Could you guys give Crane and me the room, please? You sure you're up for this? Has to be done, doesn't it? Well, I'm not gonna argue. Ryze's place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece. Он такой, знаешь, как будто бы сейчас заплачет. Да, да, да. Лицо бухомяка. Ой, я этот уровень апнул, я могу пойти взять сюрикены или бартер. Я возьму бартер. О, можно сделать что-то с двухстволкой. Можно сделать больше ничего. Можно ключевой подсоль сделать, но у меня есть уже, не хочу. Корливу панков не хочу. О, блин, ничего из этого не хочу. Угу. О, еще в магазин появились новые товары, пошли. Ну-ка. Подожди, тут что, еще один магазин? У него тут еще один магазин. Прикольно, это что за... Бля, можно биту купить. Ну, хочу продать, во-первых, можно. Гранаты. Блин, дешево продается вообще. Чего-то ты как-то, чувак. Фаекер, я у него хочу, во-первых, чертеж куплю. А во-вторых, куплю нож. А во-вторых, куплю биту. Будем выполнять задание Тимура. Кроули синий. Тимур, что-то хочешь? Congrats, you survived the night. Too bad that run didn't work out. Ничего. Ничего не хочешь, давай со всеми говорить тогда. Капец. Так, подожди, я какой-то чертежочек купил. Вот этот говорит, без тебя не будет разговаривать. Без меня он не разговаривает. Вообще не разговаривает. Блин, посмотри на него лицо. Он уже глаза закатил. Не хочет разговаривать. Ну что, загоняем? Куда? За баблишко. Загоняем, наверное. Ну там давай сейчас. В любом случае в лифт надо идти. Ну да, давай загоняем к Раисе Павловне. К Раисе Павловне. Брекен is so desperate, he's ready to deal with the devil himself, Ryze. And since I'm supposed to... Я как быстро. Так, по идее, еще и у этого товарища должны быть новые руки. Но этот нож уже выдал. Того тоже что-то новое нужно. Can you hear me? Молот, каменщик. Jade? Yeah, I copy. Something wrong? No, no, it's... Listen, Crane, we all appreciate what you're doing. And I know you're doing it to redeem yourself. Because Amir died saving your life. Look, I'm doing it because if we don't get Antizen from Ryze, people will start to die. You know, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but... He was the best, most decent man I've ever known. But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. Look, Jade...
Ты вообще слушаешь, что он говорит, или я зря? Да. Постарайся уцелеть, а то с кем мне мутить потом. Упал. О, сундук. Упал, сундук. Туалетная пластик, хотел сказать, туалетная бумага. Очень жестко прыгнул. Больно. Похоже, слушай. Ты знаешь вообще, куда я промахнулся? Я упал, короче, с этого. Пролетел мимо фонаря и за мусором схватился. Давай скорую вскрывать. Двое, кстати. Можно не только скорую вскрывать, можно еще полицию вскрывать. А в полиции можно даже без... Блин! Я забыл, что ножик их не останавливает, поэтому... Я ее вскрыл. Что там нашел? Одну аптечку. Видишь, какой ты молодец. Теперь бы полицию вскрыть, на этих домах не стрелку. Какую-нибудь военную винтовку. Вот, понимаешь, вот в этой игре, если найти винтовку, все. Ну, как бы, да, все. Да, так. Где тут торговец? Уже был торговец раньше. Нам надо что-то маленькое сделать и на этом завершать серию. Маленькое что-то? Да. Маленькое что-то. Да не знаю. О, безопасная зона. Ладно. Ага. Ах ты ж скотина, ты чё так за мной бегаешь-то? О, этому хотя бы по жопе дается. Ай. Блин, не, гранату кидать не буду. Так. Да блин, почему? Ты чё кидаешься? Мама не говорила, что нельзя. Вот толк, что прям к лицу приложил ему пофиг. О, вырубился. Молоток. Ножом столько почти. Каменчик. Ты чё вырубил? Ну, по голове. Вставай, сука, пультри. В маске. От коронавируса спасай. Стой, надо на превьюшку. Это знаешь, он, короче, вышел за магазином, в магазин, но... Жизы. Смотри, побежал, забыл за хлебом сходить. О, смотри, что достал. Ой. Ля, дурак. Встал, блядь, смотри. Это ты выстрелил или он так попал? Пипец, а я стал угорать, думал, это он там споткнулся, что-то. Его ж сейчас убьют. Не, он, блядь, вообще это помирился. Не пить. Соново бич. Фигурку зомби нашел вот тут. На лавочке. Лавочке? Да. А чё, чел сдох, что ли? Походу, да. Ладно, тут есть интересный дом. Хотя не... Да он интересный чем-то. А окно выбить можно? Линию нет. Куда мы и шли-то? Мы вообще шли к Раисе Степану. Да, это в ту сторону.
надо нам палец, нам надо палец устроить. Что делать нам, знаешь? Ну, тут токсины эти всякие, тут этот будет, сейчас скажись. Тот, кто надышался. Теперь твоя очередь скрывать. Ну я давно не практиковался. Да чтоб те. Ага, понял. Что-то ты не понял. Открыл. Там. Да ради вот этого что? Бита и это. Французский ключ клер. Ну ты бери бит, у меня ключ клер. Да я взял все. Пошли к нему со Степаном. Вот здесь я не люблю бегать, вот где вот эти горы, где никакого паркура побегать. Не, ну мне нравится пока что, но как я начал, то что за мной орда всякая бегала, это просто жесть. Wish me luck, kid. Good luck, brother. You're going to need it. Brother. Да, упал на трубу. С кайфом. Открыть их раньше всех. Ой, ты далеко это груз? Кажись, нет. Я пошли за грузом. За груз денег хватит. О, ну давай груз сделаем, мы на этом закончим как раз. Да. Ай. Уже еще долго. А что за водичка? Она поджигается. А. Зря я кинул. Это не водичка. Да выглядело не как коктейль. Какие ты, ну, по помощи причипает. И опять ракеты на борт помощи причипает. Ракета, а где ракетомет? А это не те ракеты, чувак. Да, эти так. Ну, там рядом можно домик открыть, давай туда сходим. Давай. Да, пошли, откроем домик, и в домике вот же где-то сыщется. Валя, домик наверху вообще кайф. Блин, сломал. Окей. Слышь, строители наверху, а сколько там палец? Не туда, что-то пошел немного. Чисто кто быстрее залез. Ну, понятно, я быстрее залез. Я-то залез. Только я не понял, где тут это вход. Я тебя нахуй скину, блядь, отсюда. Или я не с той стороны зашел. Давай здесь зайду. Ага, если здесь что-то полетело, значит тут. Они там у меня летают вообще, я их скидываю с ноги. Безопасная зона, тайник открылся. Ой, я ж могу все в хранилище класть, ну давай засуну. Так и будешь бегать ты с этим всем.
А ракета зачем? Это, короче, идешь, отдаешь челику, который там сидит на ящиках, да? И он тебе деньги за это платит. Ну, или что-то хорошее дает, я точно не помню, но это нам не нужно. Вот нам лично, оно вообще ничего не дает. Ну, а что, закругляться будем? Давай, вот в тазик залазим, короче, начинаем пляжный эпизод, да, в тазике, и на этом зацензурился. Ну да. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тутунпаут и Зевалка. Как он только уже не назывался, если честно, и Павайт, и Зевалка, и Анатолий. Очень много всяких у него кликух. У меня много, но я есть все равно один шиноби. Всем пока, товарищи. Давайте, всем удачи.